действительно. На бота повесить. Что тут делать? Знаешь, бот это на мечеть, когда поет. То есть не нравится музыка, просто вы сделал. Что, рядом с мечетью не были? Там же всегда эти громко говорите. Они по утру. Вот пришел, выстрелил, не поет. А что такое ствол маленький слева? А красный в красный. И заложник туда же. А да. Что, брифинг? Да. Брифинг? Давайте по комнатам. Может без брифинга? Иншалла. Можно без брифинга? Без, давайте без. Паша, ну так что делать-то? Как с Ютубом бороться? Хан. Давайте без него. С кем? С Ютубом. А с Дони ждет тебя, Паша. Потому что он качество дает говёное. А, тут Игорь тебе говорит, ты скинь мне ролик коротенький, обрезку там на минуту хотя бы. Я посмотрю, что там не так. ВК? Нет, файл, он просто файл. Залей куда-нибудь на файловый хостинг. Да хотя бы ты у меня в скайпе есть? Нет. Понятно. Ну, залей на Яндекс.Диск в конце концов. И через форум там на форум регистрируйся, скинь. Через личку у меня. Угу. Или через ВК. ВК есть? Да, ну. А, ну туда скинь тогда. Угу. Да. Ладно, пойду. Всем пока. Давай. Давай. Так, что там, Николай, что-то долго грузится. А, Сайга здесь нормально рубит? Да. С двух может бессознанку вывести. Так, ну короче, Николай потом подойдет. Угу. Брифинг такой, брифинг. Я... ПЗ к нам не пришел, это стрелять ПЗ. Где ПЗ? Я сейчас его найду, ногу пострелю. Где минус? Плохой завод. Ну мы же планировали. Хочу. А, у вас брифинг был? Да, у нас была тактика. Очень плохой. Кто стреляет? За мной. Убийца! 37-й, что ты делаешь? Хватит. А с Доник? А ты точно свой? Ты какой-то неправильный. В смысле? Так, ну посмотри на нас, посмотри на себя. Мы в этом я вообще-то да? Самый главный этот, как его, агент СРУ. Но убейте его, убейте его, убейте его. Рафия, у нас еретик. Ты Паша, ну со мной быстро. А ты в стенку убежал. Я не могу в стенку ходить. Охранять Пашу. Красной зоны не выбейте сам. Ой, я помню красную зону. У меня сломалась менюшка, не могу выйти из нее. Уберите меня. Кстати, говоря о паркуре, этот мод дается залезть вот в такие комнаты, в которых нельзя зайти. По-нормальному. Нажимаешь пробел, перелазишь через дверь. Дарма 2? Дарма 3. Так, где ты сейчас? Давай сюда. Дарма 3. Так, мы ж можем в ту часть заходить? Да, это был слишком отдалось. Меня смущает этот триггер, который идет по краю. Давай сюда. Так, вон туда, внутрь. Так, значит, стакс. Брок. Брок, ты охраняешь вот это вот. Гражданина, который нашел выход. Наружу, ну-ка, вернись. Тут вторая комната от Дуника, может не его. Так, да, проблема, это проблема. Ладно, пойдем еще поищем варианты. О, ну вот, во, лучше всего. Подсобное помещение. Иншалла, брат, давай сюда заходи, поможешь это. Так, вот туда даже не смотреть. Ой, я помню, что не все, да. Дуник, Паша святой. Да. Доказательство, скриншот. На каком этаже? Да вон, на каком ты этаже? Ну-ка выше подымись-ка. Доник. На седьмом этаже. Это третий этаж. Я нашел Сатау. Не на седьмом этаже. ПЗ, ты это, как Иисус. Подняться по лестнице. Да ты тоже. ПЗ, хочешь я сверху все дела сделаю, по большому, по маленькому? Вот же мой. Под ноги все смотреть. Буду меня ставить. А что там под ногами? Так, Паша, лезь наверх. Лезь, кому говорят. Я слежу за ним, чтобы не убежал. Только попробуй сделать так, неправильный отойди, шаг. Паша, отойди.
А, да-да, молодец, давай. Аздоник, он мне вынуждает, прости. Не-не-не, так, сними фотографию. Спитер, беги на крышу. Сделай снимок. Вертолетчик. Крышу могут скидать гранаты. Да стой, достань руку. Тогда проходит, подойдут. Так, ПЗ хочет мой авто, ПЗ хочет мой гранатомет. Ты у кого уже стырил? А, я с ней был, я в другой слот зашел. Развернись. Так, это... Давай на дверь, разверни, за дверь. Разверни. Ты иди, Что ты хочешь со мной сделать? Достань руку и разверни там, Как там, Shift, Ctrl? Стрелять? Да, стой, точно. Нет, стой, развернись ко мне. Стой. Ко мне со мной. Всё. Так, ну, Прайс, блин, Спитер, беги на крышу, быстро. Меня носил. Быстро. ПЗ носил. ПЗ, ничего личного, Спитер. Просто женщин мало. Хватит, Спитер. Брок, вставай тут. Ну быстрее! Ты упал. Так, этот, так, ты, значит, с Артау следи за лестницей. А ты, ну-ка, в угол, он тот вот. 320. Там уже к вам гости прилетели. 320 твой угол. Вставай туда. Давай, это, нажимай сесть. Ты можешь приседать в такой анимации? Нет, без оружия не могу. Давай сдаваться тогда, анимация. Я фоткаю тебя. Да? Повернись на меня. Повернитесь на меня. А я не помню, как я... Просто на меня повернись, на меня посмотри. Так, родные, близкие, если хотите увидеть еще ПЗ, в добром здравии с такой ужасной прической. Павел Беляев, какого ПЗ, это о чем? Нам нужно там 5 миллионов долларов, не знаю, авиалайнер, набитый кокаином, до... Сдать мы в Калининграде живем, у нас везде набитый кокаином. До Калининграда. Там как раз с этим все нормально. А как же Уфа? Это где вообще? Это где вообще? Что? Я не ждал тебя. Что если с ним делать? С этой фигней летающей. Давай взрывай его. Ты кого сколько метров? А харека моему снаряжению сейчас еще раз получит. Ниндзя ПЗ. Без рук. Вижу. Аня, вижу. У кого из дальномеда, ребятки? Брок, куда ты свалил? А ну-ка встань в двери. Вот. Не отходи от него. Опять этот что-то хочет. Ага. Как ты вообще смог дотянуться? Да. Могу угомонить его. Давай. Что давай? Так Блэк Хоук сел уже, а это говно пусть летает. На севере, там где-то метров... Что ты? Это скорее всего снайпер или какой-то... Так отойдите, ещё пуск будет. Ты откуда стреляешь-то? Главное не в себя. Что-то летает еще. А, залетел или сел? Что они за мансы мансуют? Брок, какого фига? Граната! ПЗ, ты зачем их телепатию убиваешь? Какая граната? Где вы увидели гранату? Ну это дымовая граната. Так, как ты что, ему дал доступ к снаряжению, брок? Я ему тоже давал доступ. Че, надо его обыскать. Получается. Поднимайся наверх, поднимайся наверх. Что ж такое, ты просыпаешься постоянно. Подавляю.
Или кита. 340 тебя. Не вы видите машину? Под ноги сейчас смотрим. Так, сейчас посмотрим. Да чего вы тут все столкнулись? Отошли. Охраняй. На сколько? Его. Так. Искать. На 150. Давай, разреши доступ к твоему снаряжению. У тебя нету такого, Паш. Это дым или... Выполняй приказы, там вся фигня, это ж надо по правилам, давай. У меня ничего нет. Соглашайся. Так, блок, я вижу, ты видишь пеха, блок? А ладно же, мысли. Так, что за успел скоммунизить, значит, так. Ну, рация как тебе не нужна. Красный дом? Так. Ближний или дальний? Ближний жгу или дальний? Дающая повязка. Ближний. Ужас. Он еще на нем, да? Так, брок. Все. Не давайте ему двигаться вообще. Есть еще Shift Ctrl K, его успокоит. Чак, ты могу дать эту мощь? Бегаю-то я быстрее их. 150 раз туда. Нашу крышу минировать? Нет, зачем? Там проваливаются мины. Понял. Первый этаж заминируется? Первый этаж только минируется. Первый этаж? Это первый этаж был? Наверное. Паша, харе там это? Да позаупал уже. Чё харе? Блин, мне не работает взаимодействие. Так, прайс, прием. А наши крыши нормально? Откуда? Окей. Этот гаврик на месте. Так, этаж ниже тоже заминировал. А, я понял, что он будет легко. Так, Паша, только это, тихо, не пыли меня, окей? Паша. Паша. Паша тут? Паша, ты как? Нет, вышел. Паша, вперед, делай шаг. Паша, два шага вперед. Не надо. Два шага вперед. Встань сюда обратно. Обратно, да? Немножко правее, пожалуйста. Спасибо. Вот так вот и стой. Откуда с той же крыши вылез. Подожди, ой, блин, ПЗ, не надо меня обходить. ПЗ! Что? Что это было? Что такое? Что это? Слышь, ты как ему дал доступ к своему вооружению? Доник, зачем ты дал ему доступ к своему оружению? Это было давно. ПЗ, блин. У меня ПЗ забрал мое оружие. Паша, отдай все оружие, это прекрасно. Я не знаю. ПЗ могу добить. Я нажал разоружить, и оно исчезло. ПЗ. Ну и чё, и где она? Ну, поди упал. И на первом этаже, наверное. Безопасно только последний и предпоследний этаж. Так, на первый этаж аккуратно там... И как на я наш... Ты чё, заминировал эту? Лестницу, да. Я чуть не подорвался. По лестнице нет. Минус спидер, по-моему. Спидер, я же тебе только что сказал, что... Спидер, ты же... Он на ключке. Он... Еще живой вроде. Не. Ну зато тише стало.
Зато у меня есть фосфорные гранаты. Этот, короче, подарил им РПГ и калаш. И еще и сам взрывался. Ой, идите сюда, Паш, иди сюда, запечатли этот момент, пожалуйста, видео. Иди сюда. Сортава, отойди, чё. Вон, глянь, видишь ноги? Еще и, блин, минус Сортава потратил. Так, кто-то умер. Все, в обратно в угол становись. Где? На север? Валите! Валите оттуда! На север домой. Так, аккуратней на востоке. На восточный не выходите балкона. У меня еще мины остались, где поставить? Последний этаж, что ли, в контроле? А, еще есть фосфорная граната. Что? Так. Зафиге. Как ударить? Shift, Ctrl, K. А, окей. Так, аккуратнее на восток. На востоке точно так. Спасибо, Ной. Отлично, мне дали дроп. Не кидал. Это обычный газ. Это тащими. От Газпрома. Паша. Что? Вернись в угол. Быстро. Не, ворачивайся лучше. Спалишь меня еще. Могу мину поставить здесь. Там стоит. Спасите меня, я здесь. Там стоит. Спасите меня. Команд, что ли, я не понял. Паша.
Так, ты что тут подбираешь? Ну-ка. Слышь? Часы, часы, это мои часы. Слышь, это чувак, погоди. Он на лестничной площадке лежит так вот в парке. А кто-нибудь из листья выше заложит? Чтобы сверху меня не было. Так, внимание. Слышь, вот поднимись наверх. Так можно и заложников убить. Да-да-да, точно, точно. Вколол, да?
Здесь на связи. Да, кто это? Это я, который вам морфин кавал. Да. Вы там живые еще? Да, 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 давай, живые. Заходи. Заложник у нас. Может, поговоримся, заложник. Слышь? Вы его чуть не убили, как договоримся? Что? Вы его убьете, нет, мы его не дадим. Как мы его убьем-то? Так вот. Ну давай добазаримся, чё? Давай, заходи. Да выйди на второй этаж. Ну вот тут заложник один в комнате. Бери, добирай. Ходи на второй этаж, побазай. Не-не-не-не. Ты же мой гость. Не-не-не. Ай-яй-яй. Да, чай попьем. Давай, наливай. Ну а ты зайди сначала ко мне. Налью. Паша, не побазарить заложником. Они не хотят тебя спасать, все. Они тебя предали. А сейчас гранату тебе закину. Давай. Аллах Акбар. Я тебя наебал. Да ладно. Да лучше б кинул. Есть шанс, что я выживу. Нет, Паша. Нет. Ребят, сдавайтесь. А сдольника гранаты я убил, так что сдавайтесь. Нет, реально, гранату кинуть можете. Только не в дальнюю часть комнаты. Паша, беги. Не могу. Кочегар. Да-да. На связи. Паша, повернись. Лицом. Там стреляет. Выходи, как мужчина, поговорим. Проходит лифт. Thank you.
Ты что? Все забрал. Fuck, that hurts.
А вы, ты меня хочешь убить настоятельно? Я двоих смыслил. Паша, что это было? Заложник не имеет же права брать оружие. Вот это сейчас было вообще. Так вы знаете, когда пистолет бегал, тебя мог Коби убить, но он тебя решил пойти не стрелять. Да, вообще. Я было вас больше мнений. Все, бан, не рули плей. Да вообще, даже не знаю, что после этого делать. Кого я там на крыше гранатами? Думаю, денек Паша должен точно уже отдать. Да.